Всем добро пожаловать на наш канал. Сегодня у нас видео о том, как мы делаем домашнее задание в третьем классе американской школы. У нас уже есть видео о том, как мы делали домашнее задание во втором классе. Теперь у нас немножко апдейт. Что мой ребенок сейчас делает, то он читает. Просто читает. Вот. Начиная с третьего класса, требования по чтению домашнее задание 30 минут. Читать ребенок должен. Обычно она приносит книжечки со школы. Сегодня мы ничего не принесли, нашли какую-то дома книжку. Вот, что-то из того, что нам нравится. И мы должны 30 минут читать. Вот. Это вот такая вот бумажка, которая приходит нам домой каждую неделю, в пятницу. Miss Harper's Weekly Wave. Это еженедельная волна. Наша учительница Мисс Хоппер ее зовут. Вот. И это от 23 ноября и 30 ноября. То есть фактически она на 2 недели, потому что у нас был День Благодарения. Получились маленькие каникулы. Вот. Ну вот написано. 30 минут в день, да, читание. То есть независимо от того, каникулы, не каникулы, дети должны читать 30 минут в день по-любому. Вот. Ну раз я уже на эту волну заглянула, так рассказать, что тут еще. Она приходит в пятницу для того, чтобы вот родители могли посмотреть и узнать, чем занимаются их дети в школе. Что у них идет по чтению, что они читают. Вот, как определить главную идею текста и так дальше. Найти детали и ля-ля-ля-ля-ля-ля. Потом writing, сочинение. Что они должны уметь по сочинению. Что они учатся. Математика, spelling, правописание. Вот. Science, немножко химии. И немножко истории. Вот. Внизу обычно у нас написаны наши specials, так называемые специальные предметы, которые у детей есть каждый день. Вот. Сегодня, 30 ноября, у них была библиотека, медиа. Завтра у них будет музыка. В среду у них будет физкультура, physical education, PE, да. В четверг у них будет art, искусство, а в пятницу у них будут компьютеры. То есть у детей чередуются каждый день вот эти их специальные предметы, которых у них в третьем классе есть 5. В принципе, как и во втором, как и в первом, то есть у них одни и те же самые специальные предметы. Вот. А что у нас тут еще сегодня пришло со школы? Вот по правописанию, да, то, что они учат по правописанию, они учатся какие-то там определенные слова. А буква сочетания, вот, на этот раз у них было you are, I are, вот, и у нас сегодня получился hamburger, мистер hamburger, вот, так что она из 18 слов сделала ошибку в слове hamburger, а это значит, сколько сегодня понедельник, это так называемый претест, это еще не тест, не контрольная работа, а как бы проверка на то, насколько хорошо мы эти слова знаем. Вот. В пятницу уже будет настоящая контрольная работа. Если мы к пятнице эти слова не выучим, то уже такая оценка у нас и останется. То есть оценку им не ставят, но поставят, на сколько процентов ребенок выполнил это домашнее задание, этот тест. Вот. Обычно в понедельник она у меня обычно очень хорошо пишет, у нее прописание, слава богу, не хромает, если вот никаких ошибок нету, то в пятницу ей тест не приходится никакой сдавать, потому что ей уже это не надо. Вот. Наша математика, которую она приносит домой каждый день, выглядит вот так вот. Я уже показывала в прошлый раз. Это обычная страничка из книжки. Они получают огромную книжку в начале года, мягкая обложка на каждом ученике. Учатся они на так называемый smart board, да, а домой им дают страницу с книжки как домашнее задание. То есть они вырывают себе, иногда оно у них тут так вот разорвано, что попробую знать, что там было написано. Но дети сами вырывают и сами кладут ее в свой этот фолдер, так называемый, вот, который они носят домой. В одной стороне у них какие-то записки, в другой стороне домашнее задание. Это они в этом фолдере, всегда в этой папочке. Приносят домой, и можно посмотреть, вот, что они принесли, что у них тут есть, да?
Поскольку они сегодня себя очень хорошо вели и получили 5 наград, то учительница сказала, что вторую часть можно не делать. Вот. Эта страничка нам объясняет: дорогая семья, мы на этой неделе будем учить умножение на 10. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ребенок умножение на 10 будет учить таким вот образом. То есть нам показывают, как их учат, чтобы мы знали, что мы проверяем, когда мы делаем с ними домашние задания. Вот. Вторая часть этого написана по-испански для тех родителей, которые по-английски не говорят. Это я комментировать не буду. Вот. Теперь еще в этом году нашим детям уже завели дневник, потому что первые 2 года дневника у них не было. Теперь вот Frank A. Berry Elementary School, так называется наша школа, по имени Франка Берри, вот, Лида Парсонс, да? И это ее дневничок, который мы не покупаем, им выдаются в школе эти дневнички. Вот, 3-й класс. Вот, и что у них в этом дневничке есть? Дневнички у них вот такое, на каждый день расписание. Вот, что по чтению, да, что по математике, что по английскому и так дальше. Сверху даты они там царапают своими курочкиными лапочками. Дети август, начиная с августа. Вот. Ну, в общем, мы должны, родители, мы должны подписать в конце дня дневничок, когда он приносит домой. То есть мы должны следить за тем, какое у них домашнее задание, что у них происходит в школе, чтобы мы оставались, так сказать, на волне. Вот. Так, еще наша учительница завела страничку на Фейсбуке. Она нас у всех просила разрешения, согласны мы ли мы с таким. Многие учителя это делают. Вот. У нас она называется Miss H's Third Grade Class. И она закрыта. То есть это только для родителей. Вот чем она хороша, это тем, что мы можем, например, на этой страничке посмотреть, что происходит в классе, чем занимаются наши детки. Да, то есть очень любопытно вот родителям, да, что они там делают. Я, например, могу зайти, пощелкать и найти своего ребенка, да. И вот она тут. Они собрали таблицу умножения. Умножение на 9. Да. Это моя подружка. Это твоя подружка, как ее Math зовут? Math partner. Summer. Summer, она твоя этот партнер по математике, да? Да. Так, а вот тут вот перед днем благодарение они бегали индюсками. Вон она у нас индюска маленькая, цветочком. Майки зачинса. Да. Такие поправки, например, что завтра на ланч в школе будет не гамбургер, вернее гамбургер, а не хот-дог. Вот, ланч мы всегда можем посмотреть онлайн. Просто показать, как это делается, насколько это легко. Bethel Sodexo. Вот, мы заходим на их страницу. Bethel Public Schools. So the так. Next way. Меню. Elementary Schools. Начальная школа. Вот. Что у нас тут? Меню какое? Меню на ноябрь нас интересует. Ну, не, уже на декабрь нас интересует, да? Tomorrow's November. Tomorrow's already December. Уже декабрь начинается. I mean, yeah. Да, и вот наше меню на декабрь и январь, да? Вот мы можем прийти и посмотреть, чем нас будет завтрак кормить. Breakfast pizza with bacon, egg and cheese. Pizza! Боже, какой кошмар, что это такое? Oven baked tater tots, fresh fruit of the day. Wait, who said that pizza? Ну, вон, завтра. Сегодня были chicken tenders, это как куриные наггеты, которые они все любят. Моцарелла стикс, то есть запеченная моцарелла. Лида у меня это не любит, потому что она с красным соусом макательным. Да. По четвергам у нас всегда гамбургер или чизбургер, то есть они могут себе выбирать, что они хотят. Морковка и гумус, и свежие фрукты. Вот по пятницам у нас всегда пицца, то есть можно даже не проверять, каждую пятницу у нас будет пицца. Да. 24-25 у нас уже никакой еды, потому что у нас no school, no school, Merry Christmas. И так дальше. Да? No school, holiday recess, no school, Merry Christmas. У нас...
Да. Так что если вот происходят изменения в меню, о которых мы не можем узнать, очень здорово, что есть наша страничка в Фейсбуке, по которой мы можем узнать, что у нас там поменялось. Ну вот, поскольку мы все свои домашние задания поделали, 30 минут почитали, математику ребенок успел сделать многое, даже на автобусе, пока ехал домой. Gingerbread house. Мама ей купила пряничный домик. Пряничный домик – это имбирные пряники, да? Такие наши традиционные имбирные пряники, которые у нас выпекаются на Рождество. Вот, у нас очень любят печь вот такие вот имбирные домики. Вот. То есть детям дают уже испеченный домик, да, он съедобный, это вот имбирный пряник, который сам пахнет обалденно. Но сначала надо айсинг расцвести. First of all. Да, нужно взять крем, вот этот вот. Mm-hmm. Да, вот этот вот крем. Надо его выдавливать этим с кремом, склеивать весь домик. Oh, no, where'd go? Oh, come on, то есть вот такой вот он большой. Поближе. Вам даются вот разные идеи, как его можно украсить. Вот, даются вот они конфетки, которые потом скачут под всей пати, которые ловит кот. Даются такие сахарные конфетки для украшения. Даются вот такие вот диски, которые можно разламывать для того, чтобы украсить, да. А тут, я так думаю, всякие другие сахарные конфетки, с которых можно там делать, допустим, окошки. Которые выглядят как слюдяные окошки. Ну вот. Hey, where's the single? Мы сейчас с Ледухой начнем это все лепить. Ну вот. Вот да. Что превратился наш стол. У нас слепился такой домик, который ждет не дождет, чтобы расползтись. И съесть. А Лида ждет не дождет, чтобы его развалить и съесть. Ну вообще их украшают и оставляют на Рождество, чтобы он стоял. Вот. Hey, I want to eat it. Ну конечно ты хочешь съесть. Всем спасибо, что вы нас смотрели, как мы учимся и отдыхаем.